Сын экс-спикера Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова задержан на 2 суток. Об этом сообщает издание «Молодежь Дагестана». По информации, следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения Даниилу Шихсаидову в виде ареста. Ранее следком возбудил уголовное дело в отношении Шихсаидова-младшего по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Он подозревается в избиении депутата парламента Айнуддина Зиявуддинова. Напомним, что инцидент произошел 1 июня на центральной площади Махачкалы.